вопрос. Как узнать предназначение жизни? Как узнать предназначение жизни? When how I really I feel this house. Частично я этот вопрос уже ответил. Main finally your goal to know yourself. Самое важное. Высочайшая ваша цель это узнать себя и жить радостно, научиться жить радостно. But outside you're doing many things. Но снаружи вы делаете много разных вещей. Somebody like this, somebody другое что-то. Somebody like sport, somebody like music, somebody like working, музыка, кому-то нравится работа. Somebody like teaching different. Есть люди, которым нравится обучаться, разные типы. So you have to look where you, which things you enjoy. Вам нужно просто наблюдать, какими вещами вы получаете удовольствие. Which things makes you joyful? Что вас радует? And your heart will say, yes, I like. Ваше сердце вам будет говорить. I want this. Да, я хочу это. So that is your way. Значит, это ваш путь. To go in this. Тогда идите по этому пути. And if you cannot get what is my way really. А если вы все-таки не понимаете, какой по-настоящему такой путь? I like this also, I like this also. Very confused. Or I don't find anything where whatever what I like. Уже есть ситуация людей, когда я не могу найти, чего мне по-настоящему нравится. Just a little, one, 2 hours every day, sit quiet, sit silent, and then automatically your goal is coming. Тогда I will say yes, this is it. Тогда все равно продолжайте медитировать 1 или 2 часа в день, и автоматически ваше сердце вам подскажет, куда двигаться. First your mind should be relaxed. Сначала вам нужно расслабить ваш ум. And from relaxed mind, you are coming where you have to go. И когда ваш ум расслаблен, появится направление движения. When you not in mind, when you more in your center, and from center you will know where I go, what I eat, what I do, what is my day. Когда вы автоматически перемещаетесь больше в сторону своего центра, там вы начинаете понимать, что вам делать, чем заниматься, какие виды работы вам подходят, что вам надо есть и так далее. What you like? Что ты любишь? Что тебе нравится? Ты получаешь удовольствие, как нравится, да? How old are you? Нравится рисовать, рисуй, танцуй. David Times. Вообще с друзьями. Пусть будет такое игривое состояние. Then you will be younger. 20 years, then this question will come more sharp. И когда ты будешь старше, или будет 30 лет, тогда этот вопрос проявится. You came with someone? Я тебе придет. Ты с кем-то пришел? This is your question, or he said? Это твой личный вопрос, или тебе сказали задать этот вопрос? Нет, папа хотел узнать. Папа бы хотел узнать. Папа бы хотел узнать. Он просто в другом городе, я приехала в поезд. Ну как, мне самое тоже интересно. You say you enjoy the dance, you enjoy the times. You enjoy the school, go to school, you enjoy. Что мне нравится? My house, home, дома, family, семейная атмосфера. Enjoy. When
will be big, then this question comes, where is my goal? И когда ты будешь старше, вопрос проявится, да? Just in your какая цель, куда ты дальше двигаться, просто сейчас. And then you will know what is. Наслаждайся тем, что тебе нравится, и ответ придет. Automatically your mind is, you know what is my goal. Да, автоматически ты будешь знать, куда тебе двигаться дальше. Танцевать, иди туда, делай то, что тебе нравится.